Ну слушай, чувак, я дрался в детском саду, я дрался в школе, я дрался на улицах. В конце концов, я дрался, чтобы попросту заработать денег и принести их матери. Хорошие парни, спасибо им за это огромное, заметили меня. Так я начал профессионально тренироваться. Я будто, знаешь, нашел в этом себя, раскусил свой талант. Я знаю, что сделает мой чертов оппонент до того, как он это сделает, и я разрушаю его. Так шло долгие годы, пока вся моя жизнь не перевернулась. Телек, я не хотел все это дерьмо, но Лас Вентурас, мне надо было это видеть. Я популярен в интернете, люди делают мемы, обсуждают меня. Мне не всегда это заходит, а иногда бывает весело, но по ту сторону экрана я простой парень. Я даже живу в двушке без обоев, чувак, мне нравится такая жизнь. Я не спешу на вершину Олимпа, я еще молод, я боюсь ошибиться. А люди тянутся, да, они видят мою энергию, я заряжен всегда. От общения и на боях я заряжен, и они чувствуют это. Дальше.